Так, сначала Денис завтрашнюю дружбинскую открутим. Делай так, чтобы у тебя жесткость ушла и чтобы стала она как бы гибкой такой, да, как ива. Как называется этот элемент, который ты делаешь сейчас? Восьмерочка. Какая? Горизонтальная восьмерочка. Так, а более точнее? Прямая сверху вниз, да? Сверху. Вот так это будет делать, 16-й, помнишь? Да. Со слов. Микрофон у всех готовы? Да нет, уже ничего не мешает. Земли чужой нам и надо, но и свои. Да-да-да, вот он поет, вот он вышел, вот он вышел. Мы там еще тут по краям, мы скажем, Данил по центру, мы с тобой по краям. Вышли эти, стой, стой, спокойно, здесь можешь стоять, если тебе нравится делать все действия. Стоим, да, мы еще? Когда они все самолеты. Давай не будем. Давай не будем выходить, пока они не запоют. Вот тут. С этого момента. Да. Давай, давай. Так все-таки будем выходить. Давай попробуем. Да. Они вот тут. Он красиво. А ты здесь. Просто это. Я что думал, они будут, да. Они будут вроде так, ну, все спокойно там. Да. Там мы живем на Кровске. А мы как раз через колесо. Мы там по-по-по-по-по. Через колесо. Через колесо. Нет. Пока за это выглядит как надо. Это как раз выглядит. Мы живем и на что похоже? Дети славы. На что похоже, когда она крутится? Я тоже. Оп! И здесь уже начинаем действовать. Что-то три шага там делаем. А может быть 3 будет. Может быть 4. Вставай сейчас. Давай, сделай. Поехали. А ты на центре с самого начала стоишь. Да, шлем, там каска, что-нибудь.
4, да. Песня про чё, Данила? Спокойненько, спокойненько. Раз. И вот здесь все. Нет, потому что уходит. Что, не будем уходить? Потому что нелепо выглядит. Во-первых, вспомни, когда на выступлении, что у нас общается за кулисами. Ну, когда вот концерт, в чем отличается за кулисье? Ну, то, что не похлопали тебе, что ли? За кулисье в чем отличается? Ты вспомнил, когда даже в последний раз с народу не пропихнуться. Прикинь, мы сейчас на скруте будем уходить туда. Это я и объясню. Там будет народу, нам не пройдет. Это будет нелепо. Нам придется останавливаться здесь и уходить вот так. Ну, понятно, некрасиво. Ой, это некрасиво, да. И есть опасность, что вот со скрутом, когда свернешься, ну не дай бог какой-нибудь ребенок, да? Это если когда спросят, что вы учили. Понял? А задача, первая задача, то есть, как бы раз, скрутился, пап, и как с этими ребятишками, когда вы понимаете, поп встали. Прям все стоит, без крутов, как истуканов, как изваяние. Вышли рукопашники, побились и все. Только поклонились и ушли, ушли спокойно за ними следующие. И артисты тоже. Теперь рассказывай, что тебе не нравится. Что ты быстро не успеваешь. Да фиг его знает, я не знаю. Все нравится? Давай теперь вот это дай по. Во-первых, мы не можем попасть с тобой в одно время. Нет, вот эти две берем, а ты возьми у него. Во-первых, мы не успеваем попасть в ритм. Да? Темп одинаковый. Yeah. Темп. Чтобы это сделать, что нам аккуратно дать? Они подходят лучше, ближе, меньше приближаться. Ты, а, стой, зачем? Денис, иди сюда. Все, ты крутишь здесь. Не торопясь, разные элементы прямо здесь. А вот ты отыгрываешь певцов. Да. Ты отыгрываешь певцов, а мы с Денисом. Наша с собой задача, так как они там. Ну, если это... Если их шесть, да, будет? Их вначале шесть было? Шесть, да. То есть получается... Их шесть, по-моему, сказали, что все будут. Да, если их шесть, получается двойка, двойка, двойка. Либо они все их кучей встанут. Нам надо очень быстро сразу определиться, встать в просветы. Потому что стоять здесь... Тогда здесь идет вариант, что мы не выходим, пока они... Да, пока они встанут. Вот, вот первый, пока они бах, они, может быть, начинают с ходу петь. Еще как-нибудь поэтому, если они вдруг там, мы живем на отцовской сходу, да, поют, если вдруг, то мы, соответственно, с тобой ждем, они пошли, и мы аккуратненько, чтобы там ну, никого не убить, да, сразу не поднимаем. Раз, отмериваем, смотрим на них, у нас есть вариант, чтобы не выходить, не мяться, вот так вот не равняться, надо уровень просто показать, да? Это кто там, региональный район. Раз. Чик, встал, и тут же рука, три раза, и тут же рука сама, ага, выстраиваемся. Хоп, мы смотрим, чтобы нам было видно.
и пошел, и с друг другом. Сейчас давай попробуем с друг другом рядом, чтобы получилось какая-то синхронность, потому что если не синхронность, мы ударим, если мы симметрии друг друга. И смотреться будет четко, потому что когда мы с тобой далеко, вот сам же видел, да, глазами и туда, как бы и туда, а здесь показывает как раз вот это вот одинаковое состояние, особенно если нам получится на определенных словах, особенно если сделать. Поехали? Угу. Данила, с двух рук надо, с двух. Ты сейчас делаешь, задача у тебя делать с двух рук обратную горизонтальную. Данила, да, обратную. Обратную горизонтальную с двух рук. Вот так. Снизу вверх. Обратно, вот снизу вверх. Снизу так. Вверх. Сейчас открою. Так. Как бы ты яблоко на лету разрезал? А обратно, да. Только не торопись. Не торопись. Ну, давай сейчас пока без песни, да? И мы живем на ростовской земле. Ага. Выровнялись, красавица. Два. И считаем замок. Мы выровнялись и поехали. Раз, два. Три, четыре. На каждый четвертый раз, либо ты, либо я, либо вместе друг другу просто глядя вперед, говорю, четыре, чтобы ты, либо я, чтобы мы растянули. По четыре раза. Да. Получается, да? Да. Сейчас мы можем по восемь сделать. Ну, чтобы как бы позаниматься, поимитировать, потренироваться. Побольше. Давай по восемь сейчас, там по четыре. Хрен не знаю, как они там настроение идут, они как споют. Ну, по идее, получается, если мы выходим вдруг другу с одной руки, с разноименных рук, да, я слева начинаю, ты справа, то у нас получится, должно получиться ровно, если мы одинаковое количество кругов сделаем, то выходим, допустим, вот, да, раз, у нас будет два, и три. Лицом друг к другу, оп, я четыре. Ты четвертый раз сейчас покрутился. Ну, возможно, и четыре. Там же стены здоровые. Да. Да, четыре делаем. Да, 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 давай четыре на всякий случай. Всего будет четыре. Четыре раза. Ну, да. Раз, четыре. Поехали. Раз прокрутился. Два. Три. Четыре. Да. Хорошо. Да, на замах. Да, получается у нас. Пофигу. Раз. Два. Четыре. Итого восемь получилось. Оп. Три, четыре. До восьми. Пять, шесть, семь, восемь. Два. Под правой. Три, четыре, пять. Торопись. Шесть, семь. Мы же потом побыстрее. Восемь. Шесть. Тройка. Два. Три. Торопись. Четыре. Пять. Подвигались. Опять выстрелили. Шесть. Семь, восемь, уже раз, два, таких четыре, три, четыре, поехали двойные, раз, два, три, четыре, вертикалка, раз. Вот я не успеваю. Ну что, не торопись, или я буду торопиться, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, бум. Левой рукой просто. Закидываю так левую руку. Давай. Восемь. Опять левый удар. Оп. И нормально. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Вот правая, да, красавец. Три. Аккуратно, спинку. Четыре, осанку. Пять. Шесть. Да, не тяжело обнулся. Семь. И тут скручиваемся. Восемь. Через другое плечо, мне кажется, тебе надо, потому что спина. Я потому что восемь. И мы что, левой рукой не делаем на восьмой раз? Если мы считаем с правой рукой. Почему? Восемь? Сейчас с какой счет руки был? Потому что если с правой руки, то тогда ты сделал давай. Полтора раза. Ну, он так всегда и получается, 8,5 там еще фунт. Потому что я, смотри, как тогда подразумевал, допустим, вот он, 8, вот он, да? Ну,
Ладно, вот, вот так вот, вот. 7, 8 целый и пошел просто потом. Нам надо. Это, короче, вопрос, так или... Ну давай так, да, 8, да, мне без разницы, мне проще подстроиться, потому что так, у меня особо, я еще пока нет, не то, что не привык, а, поэтому мне как бы, что полтора раза будем делать, что целый. Импровизация, там по-любому, давай мы делаем всегда количество четное, а потом добавляем, что вот эту петлю, переход. Возможность для перехода. То есть возможно добавить только, ну, еще. Я понял. Как это? Добавочное. Данила. Блин, а что, они на этом видео один раз все успели, что ли? Да. Есть какое-то там видео, где один раз. Восьмерки вертикальная прямая. В самом конце они начнут там петь. Да, вот я сейчас. На этом видео. Ну и то, по-моему, не помню, до конца не споют. Там, который 8 минут, что ли? Да, 8.32. Ну да, много раз. Да. Восьмерка вертикальная прямая, Данила. Это такая? А, это уже конец. Которая добавочная, прям ты ей рубишь. Которая вторая, добавочная, да. Давай просто на месте покрутить. Можно вот действие? Спокойно? Раз. Ой, такое случилось. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Раз. 2, 3, 5, 6, 7, 8. Раз, два, три, четыре.
все понял. Опять вдвоем не сделаю. Ну, а когда говори 8 то? 8. А 8 много. Ну ничего, ничего, мы сейчас делаем, давайте. Рано говорит. 100 внимания лучше вот так вот, конечно, чем вот так, по всему сразу. Этому, да, по всей сцене. Потому что когда по всей сцене, да, и 4. Выровнялись, я чуть назад, ты чуть вперед. Это я знаешь, к чему сейчас репетирую? Если там будет вот такая дырка, как будто бы люди, вот только нас здесь видно. Чтобы не было сзади невидимых смельчаний. Я понял. Ну да. Комфортно находилось? Ну, находиться здесь. Не рубить. Мне, по крайней мере, легче даже подстроиться. Потому что я что хотел сказать?
счет и действие несовместимы в твоем случае. По-другому все, да? Вообще все по-другому. Причем каждый элемент по-своему. Каждый раз разные что? Разные шашки. То есть, допустим, если делать, к примеру, ну сейчас грубо говорю, поясок, да? К примеру, если вот это вот было бы. Раз, два, три, четыре. То есть, знаешь, замедляется либо счет идет один такт, но быстрее ускоряешься. Вот, ну, вот что-то из этого. И то есть, в смысле, можно это, знаешь, как... С правой руки закончил всю композицию. Когда за спину, да? Четыре, допустим, элемента делаем. Отбив, поясок, вертикальная восьмерка, обратная, горизонтальная восьмерка, крест прямой и обратный. То есть весь наш комплекс, да, если взять, то смотрите, что. Вот начал я с правой руки. И самое-самое последнее действие я закончу правой рукой. А между этим всем счет постоянно меняет, счет постоянно перемещается. А что такое софиты? Софиты это вот эти лампочки? Раз, раз может быть сначала на правую руку, потом раз может перейти на левую руку. Но будет с одним и тем же тактом все идти. Я задумываюсь, да, наверное, над чем-то. Или быстро начинаешь делать, я не могу понять. Или счет замедляешь? Я помню, не так-то я знал об этом. Поэтому здесь надо именно чем важно чтобы импровизация получать. Ну, вот мне там надо стоять. Наконец-то, да? Сейчас давай немножко попробуем. Блин, а что попробовать? Если кто-то кусочек снимет под песню, вот в эту дырку, мы же умещаемся, то и все, мы на сегодня тогда закончим дружбу. А под коня мы там что-нибудь будет, под... Да, да, это у нас там меняемся, да. Еще продумать вечернее. Поэтому сейчас закончим и все. Петр, ты можешь кусочку видео снять? На телефон, чтобы мы могли посмотреть. А Петр заснул? Нет, у него голова выздоравливала. Служба. Там пусть... Ну, ты тогда будет? Стоп. А, не, пусть она делает. Ты просто отсюда вот так снимешь все подальше. Чтобы самое главное... элементы, моменты элементы. Тем более сейчас пока еще песня не идет. Сейчас они заново ее начнут. Все по 4 делаем. Данила, братан, ты стоишь молодец, правильно. Ты стоишь вот здесь, даже вот там в этой колонке. Ты как будто бы еще и крутишь, ты еще исполнитель, певец. Если вдруг завтра не будет, да, мы тебя на фонограмму. Эту песню будем выпускать или нет? Ты ее знаешь, ты? Когда я здесь не был, упаду на траву. Только под них подстройся. Как давно я здесь не был, упаду на траву. Гляну ясное небо и пойму, что живу. Небо холодом грянет и пойдет проливной. Я бегу в свое детство, летний дождик со мной. Мы живем на отцовской земле, внуки с ворога славные дети, и летит на крылатом коне. Русь далекие, тысячи ветер. А сварг это, по-моему, бог-кузнец славянский, да? Который сварганил, да? Сварганил, не знаю, может быть. Еще я слышал, сварожичи называют, кто живет, люди какие-то сварожичи. Вот. Так, поехали. Грязь. Данила, все, мы исполним. Ты стоишь на своем. Не, вот там, где колонка, да. Чуть можешь вправо сдвинуться. О. Да, только аккуратнее. Ура, колонка. Тихо, делаем, не паримся, не паримся. Было немало,
Больной! Уже зарядка.